Ты десерт, нет? А мне медовик, будьте добры, нет. Знаете что, лучше панакотту, она полегче. Может, и мне полегче станет. Ай, семья Машка, это хорошо. Вот отдельно жить, это разве про любовь, про счастье? Какое же счастье? Утром встала, а обнять некого. Устаю, конечно. Но ведь и ты со своим бизнесом устаешь, согласись. Вон какие синяки под глазами. Но бизнес твой тебя обнимет, поцелует, мамой назовет, любимый. Вот. Ну, ничего себе. По-моему, очень вызывающе. Я бы такое не взяла. Мужик подарил? Сама купила? А ты замуж-то собираешься? Хороших быстро разбирают. Да и рожать пора. Часики-то тикают. У меня не тикают. У меня электронные.